Всем привет! Чем и как утеплять кустарники и растения на зиму? С помощью мешковины ответит почти каждый садовод. А вот для корневой системы обязательно используйте компост или мульчу. Все верно, но есть более альтернативные способы укрыть крону растений. Декоративные колпаки. Они с ярким дизайном, имеют фиксирующую кулиску и проницаемый для воздуха и света материал изготовления спанбонд. Спасут от холода и ветра и резких перепадов температур. Высоту 1 или 1,5 метра. Как использовать колпак? Достаточно просто надеть его на крону растения и потянуть за шнур. На тот случай, когда вы боитесь повредить крону или листву кустарника на столь долгий зимний период, можно воспользоваться вот таким каркасом, который устанавливается вокруг куста или дерева, фиксируется по ширине и создает своеобразный скелет. Он-то и защитит стволы ветви растений от падения и наклонов. Сверху вы укрываете колпаком. И все, кустарник готов к зимовке. Подписывайтесь на канал Хитсад ТВ, ставьте лайки и выбирайте любой колпак на нашем сайте. А у меня еще много дел, у меня не укрыто целых 2 туши.